что это было. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, наши дорогие интернет-зрители. Добрый вечер, People Star канал. Для вас специально сегодня, Геннадий, продолжайте. Продолжаю. Специально для вас сегодня мы с Сергеем Мудровым проводим уникальное по своей зрелищности, интеллекту и музыкальной насыщенности событие. Я бы сказал, я бы назвал это событие «Песня года». Ну, ты бы назвал «Песня года», а «Песня года» назвала бы тебя. Кто-то назвал, конечно, да. Безусловно, это Геннадий Лучше Лернер, бы она меня позвала. Мой соведущий, чтобы вы понимали, человек, который всегда найдет свое место в эстраде, всегда найдет свое место в шоу-бизнесе. Но передача не об этом. Напомню нашим зрителям, мы собрались здесь для того, чтобы за 45 минут сделать песню от начала и до конца. И я хочу вам представить сегодня всех леди и джентльменов, которые будут участвовать в этом. Но не всех. Не всех. Значит, итак, друзья мои, встречайте. Сегодня на эту беспрецедентную авантюру согласилась поэтесса. Вот еще раз, если не сложно, слово «беспрецедентное», я бы хотел, чтобы повторил. На эту беспрецедентную авантюру согласилась поэтесса Анастасия Ламзина, друзья мои. Аплодисменты. Чуть попозже, когда нам будет грустно, а они будут работать, а мы будем им мешать. А ты уверен, что ты правильно ударение сделал в фамилии Анастасии? Да, я согласен, что Спросим, Анастасия, правильно ударение как ставить? Вы знаете, есть смысл в том, что Ламзина, но папа настаивает, что Ламзина, поэтому да. Я соглашаюсь. Ага. Все, тогда вопросов нет. Вопросов нет, ты украл у людей еще одну минуту. Друзья мои, композитор Юрий Наумкин сегодня у нас согласился поучаствовать в нашей передаче. Ну и, конечно же, как можно сделать песню без человека, который непосредственно владеет всей вот этой вот, как ты только что сказал, мандулой, то есть вот этой вот порто-студии под названием, не будем говорить каким, хотя в интернете и так написано, что там Yamaha. Друзья мои, Сергей Реннер сегодня будет развлекать нас. Ну что ж, я напомню, что мы не одни в этой студии. У нас сегодня большая творческая группа работает вместе с нами. Она стоит за камерами, обеспечивает звук. Она приглашает артистов, она следит за тем, чтобы у всех было налито, чтобы, я имею в виду, налито в хорошем смысле. Я хочу сказать, что сегодня за камерами стоят у нас наши камермены, а также за звукорежиссерским пультом сидят наши звукорежиссеры и звукоинженеры, а также административная группа. И все это делает всего лишь навсего три человека. Это Дмитрий Козеев, поаплодируем ему, но он стоит за большой камерой. Разверните, Сергей Аландер стоит за небольшой камерой. И еще сидит и грызет ногти Игорь Иванов. Поаплодируем ему. Человек по кличке Бэтмен. Ну что ж, вот вся такая веселая компашка сегодня будет делать эту передачу. И, кстати, уже время должно сейчас начать идти уже. Если не ошибаюсь, время на все, про все у вас 45 минут. Напомню, как только вы закончите свою работу, чем больше вы дольше будете работать, тем меньше вы оставляете места для группы, которая придет чуть позже. Мы объявим ее, но во второй части, после того, как вы закончите вашу работу. Для наших зрителей я хочу уточнить один очень важный аспект. Ключевой. Ключевой, что те люди, которые сидят сейчас в студии, то есть композитор, поэт и аранжировщик, не знают, о чем будет песня. Это 100%. Это 100%, это гарантируем мы с Сергеем. Мы, поверьте, что они реально не знают, о чем песня. Два раза не говори, ты же не в Баден-Баден. Я напомню, что мы находимся в замечательном месте, чего они точно знают, потому что им пришлось поехать по адресу. Мы совсем забыли, вернее, Геннадий Лернер, это, в принципе, была его фраза. Он забыл сказать, что мы находимся в прекрасном, прекрасном клубе. Можно под названием «Цвет ночи, господа». Вау. «Цвет ночи». Аплодисменты. «Цвет ночи» по адресу. Можно рекламную паузу небольшую? Ну, чтобы отдать должное этому замечательному месту. «Цвет ночи», Большой Козихинский, дом 12, строение 1. Приезжайте. У вас есть возможность приехать еще сейчас в студию. У вас волос на губе. Он блестит. Дело в том, что Геннадий сказал, что это, естественно, город Москва. Естественно. Российской Федерации, потому что в другом городе это заведение искать не стоит. Возможно, в этом городе нет Козихинского переулка, а уж тем более Большого Козихинского переулка. Ну что ж, друзья,
Я думаю, что пора объявить нашим уважаемым, хотел сказать конкурсантам, нашим уважаемым поэтам, конкурентам, композиторам и аранжировщикам тему песни, которую они еще не представляют себе, что подготовили мы с Геннадием, подумав о том, что это может быть за подстава. Но в первую очередь мы думали, господа, не о вас. Безусловно. Мы думали о зрителях. О ком? О зрителях, естественно. Мы же хотим, чтобы песня была а. актуальна. Б. Б. Бисексуальна. Ну за что? В. В Локардин-студию. Ну что ж, друзья, давайте не будем тянуть резину. Итак, друзья мои, сейчас включится таймер, и вы все увидите, как стремительно будут улетучиваться просто как сквозь пальцы секунды. Итак, песня, которую вы должны будете написать, должна быть романтической, безусловно, красивой, желательно хитовой. Итак, друзья мои, о любви, это песня о 8 марта, в канун которого как раз и выходит наша передача. Друзья мои, радуйтесь, до вас этой песни, кроме детей, не исполнял никто. И эта тема была абсолютно непопулярна. И есть один маленький нюанс. Могу вас немножко подзадорить тем, что эта песня должна быть от женского лица. Потому что следующий коллектив, который придет сюда следом за вами, будет женским. Итак, время пошло, Сергей. Понеслась!